Здравствуйте, дорогие друзья! В августе 2020 года состоялась вторая экспедиция в Рязанскую область. Первая была, соответственно, в 2019 году. Кстати, по материалам той экспедиции опубликованы 7 фильмов. Если кто не видел, то все ссылочки будут в описании. Если в прошлом году сначала был обзорный фильм по всей экспедиции, а потом я рассказывал про каждое место отдельно, то в этом году давайте сделаем наоборот. Сначала будет отдельный фильм по отдельному месту. А затем, как вывод, будет общий обзорный фильм. И вот сегодня я хочу вам рассказать про Дамбу возле завода братьев Баташовых, что находится в поселке гусь Железной Рязанской области. Сам по себе поселок городского типа гусь железной имеет много достопримечательностей, например, Церковь Троицы Живоначальной или Металлургический комбинат самих братьев Баташовых, и другие есть не менее интересные места. По ним планируем сделать еще несколько фильмов. Однако сегодня хочу вам рассказать именно о дамбе, так как сопоставив все данные, можно прийти к весьма интересным выводам. Но давайте обо всем по порядку. Если смотреть по карте, то эту дамбу прекрасно видно со спутника. И сейчас по ней проходит улица Центральная, соединяющая две части поселка. Прежде чем показать, что же мы там нашли, давайте сначала узнаем официальную точку зрения по этому месту. Итак, краткая официальная историческая справка. Плотина на реке Гусь, выстроенная в 1759 году, вместе с служения речной долины вблизи деревни Веркутец, была возведена с использованием белого тесаного камня и имела систему шлюзов. Первоначально энергия воды приводила в действие меха только одной домны и девяти молотов. Завод постоянно расширялся, что требовало больших мощностей. Поэтому плотина неоднократно повышалась и укреплялась в 1863 году плотина давала воду на 63 водяных колеса. Сооружение сдерживало огромный напор воды. Зеркало пруда составляло 856 гектаров или около 40 километров береговой линии. Во время весеннего паводка 1923 года вода из переполненного озера водохранилища прорвала шлюзы и ушла. Сейчас по плотине проложена дорога местного значения. Конец краткой официальной исторической справки. Да. Весьма интересные данные про 63 водяных колеса. Нет, я вовсе не отрицаю того, что они тут были и вода их крутила. Тут вопрос в другом. Друзья, вы просто представьте себе напор воды, который необходим, чтобы крутить 63 водяных колеса. Подчеркиваю, не детских игрушек, а водяных колес, приводивших в действие в том числе и кузнечные молоты. Вот так сейчас выглядит река Гусь. Скажите честно, сколько водяных колес способен привести в действие этот ручей. Однако, если к этому ручью добавить искусственное озеро, которое наполняется не только водами реки, но и осадками, особенно весенними, смысл дамбы становится понятен. Тем более, что вода, падающая с высоты даже 1 метр, уже обладает гораздо большей энергией, чем просто течение в русле. И на первый взгляд тут вроде все логично, однако не все так просто, как кажется. Ранее в фильмах я уже говорил, что в прошлом реки были более полноводные и более широкие. И вот здесь, глядя на карту, мы это прекрасно видим. Очертания старинной реки, замытой грунтом, прекрасно видны на карте. И если широкие берега севернее дамбы, еще как-то можно объяснить искусственным озером, образованным этой дамбой, то широкие берега южнее дамбы уже под это объяснение не подходят. И да, я прекрасно знаю про весенние паводки, заливный лугай, поймы рек. Все эти вопросы разбираются в обзорном фильме, посвященном экспедиции в Рязанскую область в 2019 году. Поэтому сегодня я не стану повторяться. Но если вы не смотрели тот фильм и считаете, что мы не разбираемся в гидрологии, то пишите свои мнения в комментариях. Итак, река Гусь в прошлом была широкой и полноводной. Технологические процессы, связанные с металлургией, требуют очень больших объемов воды. Поэтому вполне логично, что размещение металлургического комбината было выбрано именно возле реки. И также вполне логично, с точки зрения логистики, что соединение с противоположным берегом было организовано прямо напротив производственных цехов. Однако официальные историки и местные краеведы называют это соединением берегов обычной дамбой или плотиной. И находясь на ней, в этом трудно усомниться – да и кому захочется спускаться вниз в крапиву и кусты, если официальная точка зрения кажется такой логичной? Но мы спустились и увидели все это. Причем все это никто не скрывает, просто не афишируется. Поэтому эти каменные конструкции мало кто видел. А те, кто видел, не обратил на них никакого внимания. Мы сейчас находимся с южной стороны так называемой дамбы. То есть озеро было с другой, с противоположной стороны. Само собой, сходство этой стены со стенами Тульского Кремля, да и не только Тульского, это сходство чисто случайное. Любой официальный историк скажет, что так строили, что на тему постройки крепостных стен написано много умных книжек. Да и кто мы вообще такие, чтобы сомневаться? Но давайте посмотрим на эту стену внимательнее. Друзья, если вы уже увидали нечто интересное, поставьте на паузу прямо сейчас, не заглядывая дальше, и напишите в комментариях, что же здесь не так? Перед нашими глазами настоящая историческая летопись. Смотрите, каменная кладка в арках выполнена на раствор и уложены камни как-то не очень качественно по сравнению с опорами. А в опорах камень выложен очень ровно, причем на сухую, без раствора, а сами камни аккуратно резанные. Не тесанные, подчеркиваю, а именно резанные, так как следов зубила и молотка нигде не видно. То есть перед нашими глазами две различных техники кладки. Знаете, о чем это говорит? О том, что изначально закладывать арочные проемы не планировали, а заложили их позже. То, что через эти арки в недалеком прошлом текла вода, говорит также тот факт, что от каждой арки в земле есть русло, которое уже завалено камнями, заросло кустами, и его контуры плохо отличимые, но русло есть. Подчеркиваю, напротив каждой арки. Таким образом, изначально это был обычный мост, устроенный по принципу моста в Сасово, который мы видели в прошлом году. То есть, было две стены, соединенные арочным проходом, Промежуток между стенами заполнялся бутовым камнем или грунтом. Ширина моста в этом случае определялась расстоянием между стенами. Все старинные арочные мосты строились подобным образом. Однако, если заложить арку с одной стороны, то внутри она что, будет пустая или просто затопленная? А какой напор воды сможет выдержать обычная каменная кладка? Вот чтобы эту кладку не смыло, арочный проем также нужно заполнить грунтом или бутовым камнем. А самый простой способ для этого ⁇ обвалить арочный проход. А для этого разобрали вторую стену моста, которая с другой стороны. Кстати, со стороны озера до сих пор видны следы этой каменной кладки. Таким образом, из моста сделали дамбу и образовали искусственное озеро. По нашему предположению, когда владельцам завода стало ясно, что река теряет свой прежний водный потенциал и превращается в ручей. Официальная информация нам говорит примерно то же самое. Цитата. Плотина неоднократно повышалась и укреплялась. Конец цитаты. Следов повышения плотины мы нигде не нашли. Изначальные каменные опоры, которые выложены на сухую, везде выложены на одну высоту. Но вот кое-как позже приделанных контрфорсов великое множество. Практически на каждой опоре, за редким исключением. А там, где нет контрфорса, просто есть подсыпка из камней. Причем камни остекленевшие или шлак то есть являются отходами металлургического производства. И то, что эти остекленевшие камни лежат на поверхности, говорит лишь о том, что завод продолжал функционировать даже после катаклизма. Но вернемся к нашему мосту. Когда он был именно мостом, ему не требовалось никаких контрфорсов, прочности хватало. Однако, когда арочные проходы перекрыли, и с другой стороны образовалось озеро, то возникла опасность того, что давление воды прорвет дамбу и тогда ее решили укреплять контрфорсами и подсыпать камни под опоры. Таким образом, мы можем уверенно утверждать, что перед нами мост, причем построенный еще до катаклизма. И если расчистить все завалы и убрать нелепые заплатки, делающие его дамбой, то все смогут это увидеть. Почему мы считаем, что это мост, построенный до катаклизма? Да все просто. Именно катаклизм вызвал изменение климата и замывание рек грунтом, вследствие чего уменьшились объемы воды, переносимые реками. На самом деле не только реки оказались засыпаны, но также города, леса, поля и даже горы. Но тема катаклизма как такового, а также изменения климата, разбирается в других фильмах. Кому будет интересно, то все ссылочки есть в описании. Друзья, у нас еще не все. По гусю железному много есть что рассказать. В следующем фильме будет рассказ о заводе Баташовых. Не пропустите. На этом я с вами не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Всего вам доброго.